голубой. Чего? Ты голубой. Какой такой голубой? Ну вот и Питер. Нет, блядь, меня считали некоторые ребята пидором. Даже по ебалу дали один раз. Ну, а потом, ну я думаю, потому что мне отец говорил, главное, чтобы пидором тебя не обозвали, потому что если, ну первый раз так обзовут, у тебя же будет потом такая кличка. Типа, ну это хуже, хуже всего. Ну, и потом, кто мне пизды-то дал тогда, я ему вставку насал. Ну, а он, сука, потом утром влез в тапку-то, в говне такой весь выскочил, но он сразу понял, что это я насрал, понимаешь? Ну, нет, случайно, не насрешь мы во сне никуда, из-за того, что я тебя назвал пидором. Нет, вот, ну, мы же вдвоем с тобой, ты же сразу поймешь, что я. Пойму, блядь, я пизду дам сразу. Да ты здоровый лоб, конечно. Да ладно, закончай, какой здоровый. Ну, ты гораздо здоровее. В общем, когда я насрал ему в тапку, а черпаки, они, понимаешь, суки, поспали. Так бы они должны говно заметить моего. Ну, и мог помыть тапки, все. А я посрал и сразу лег спать. Ну, так, тихо. А они, значит, суки, раздели меня. Ну, когда поняли. И у меня еще на жопе куски говна-то остались. Вот. Ну, и воняло так же это говно из тапки и из жопы моей. Ну... Хотели так это меня тоже пидором уже сделать, они все ребята. Ну я как орать стал, блядь, глаза закатил. Ну, завизжал так, знаешь. Не знаю даже, что нашло на меня. Визжал так, блядь, выл. Они говорят, хуй с ним, понимаешь, просто, ну, говно мне размазали, блядь, ну и заставили сожрать немножко, блядь. Ну. Потом в другую часть перевели, блядь. Ну это когда я еще на срочной был. Ну и как говно? Вкусно? Говно, ну так, знаешь, как земля. Да я не думаю. Да, ну, свиньи же жрут говно свое, ну а че, они же, ихнее сердце даже человеку пересаживают. Ну что, тебе говно понравилось? Да ну, ну понимаешь, они же пизды дали. Тут такое было настроение у меня. Не, ну я так понял, что ты так, ты рассказываешь, но я так понял, что тебе понравилось говно.